В Казанском федеральном университете стартовала Всероссийская конференция «Физика низкотемпературной плазмы». Специалисты из Екатеринбурга, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска приехали в столицу Татарстана уже в пятый раз. Последние четыре конференции, сейчас уже пятый будет, проходят у нас здесь в университете. То есть это основная конференция по физике низкотемпературной плазмы в Союзе в свое время была, сейчас в России. Отметим, что конференция проводится регулярно с 1966 года. Ранее ее организовывали в крупных городах Советского Союза. К примеру, она проходила в Минске, Ленинграде, Москве и Ташкенте. Затем на протяжении почти 15 лет в Петрозаводске. Поколения сменяются поколениями, и светильники жизни отдаются из рук в руки, как эстафетные палочки. И то же самое происходит со знаниями, которые передаются из рук в руки. В ближайшие дни участники конференции обсудят темы, связанные с использованием излучения для очистки воды, возможностями применения плазмы для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также фундаментальные исследования коллег в различных областях. Конференция продлится до 9 июня. За это время ее участники смогут обменяться опытом и рассказать о своих исследованиях. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы. Универньюз.